В Славянском районе возникла сложная транспортная ситуация для большегрузного транспорта, движущегося в направлении Республики Крым. С чем это связано, смотрите в следующем материале выпуска. С 24 октября на региональной автомобильной дороге Темрюк-Краснодар-Карапоткин, граница Ставропольского края, у поста весового контроля начал скапливаться грузовой автотранспорт. Это произошло в связи с усилением ветра и штормом в Черном море и Керченском проливе 24-28 октября. Общее количество транспорта составило 536 единиц. На сегодняшний день погода наладилась, работа парома началась в штатном режиме. 120 единиц транспорта уже отправлены в направлении Порт Кавказа и Новороссийска на паромную переправу. Остальные ожидают своей очереди.